Данила Минибаев – волонтер, юнармеец и просто талантливый парень. Каникулы проводит в Крымском Артеке и совмещает отдых с участием в финале всероссийского конкурса «Большая перемена». В Губкинском он реализует проект «Дети 41-го». Его суть заключается в том, чтобы провести встречи ветеранов в категории «Дети войны» с нынешними детьми. Чуть помладше, чуть постарше меня или моих ровесников. Чтобы они рассказали, каково им жилось в молодые годы во времена Великой Отечественной войны. Для начала я хочу со всеми ветеранами категории «Дети войны» встретиться в городе Губкинске, потом пойти по региону, а потом как получится. Может быть, по России. Амбициозный проект поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он встретился с 12 ямальскими финалистами в Артеке. Ты молодец, у тебя проект, связанный с тем, чтобы передать от детей войны. У нас старшее поколение, которое сейчас уже в таком преклонном возрасте, и ты хочешь связать их с молодежью. Это очень хорошая идея. А есть те, которые пытаются убедить молодежь, что не было победы, что вклад России, Советского Союза, ну, какой-то такой, как бы, как у всех. Вообще американцы брали Берлин, да? В фильмах же так показывают. И ну, это та ложь, та неправда, с которой нужно бороться самым простым способом. Привезти сюда, в Крым, привезти на Сапун-гору, да, показать места боевой славы. Данила и пятеро ямальцев стали победителями «Большой перемены». Еще 5 северян – призеры. Всего в конкурсе победили 300 школьников. Они отправятся в путешествие мечты от Санкт-Петербурга до Владивостока. И от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России. Это очень важно – знать свою родину, увидеть все своими глазами, понимать и уважать ее культуру, историю, традиции народов России. Такое чувство сопричастности к судьбе страны служит надежной опорой в жизни. Именно оно всегда помогало, помогает и будет помогать нашим соотечественникам добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах. И бонус от Ямала. Губернатор округа пригласил победителей познакомиться с арктическим регионом. Видел, как сильно вы хотите познать нашу большую любимую родину. И замечательно, что есть уже такие подарки, такие возможности, как поездка от Санкт-Петербурга до Владивостока. Обязательно вам нужно показать и наш север, нашу Арктику. Прошлогодние финалисты «Большой перемены» впервые в жизни оказались на ледоколе, летали на вертолете. Я очень хочу, чтобы у вас была такая же возможность. Причем мы сделаем все, чтобы вы все смогли принять участие, как победители, так и финалисты. Ребята, дерзайте, вы огромные молодцы, у вас обязательно все получится. Поздравляю вас. Зинаида Исаева, новости Губкинского.